Все школы и детские сады, вошедшие в программу Московской области образования Подмосковья по выполнению капитального ремонта, находятся под постоянным контролем исполнительной и законодательной властей. Ход работ в дошкольном отделении школы номер 52 проверил Владимир Ружицкий. Фасад таким останется, да? Вот фасад, остался только цоколь и отмост. Фасад готов. К ремонту двухэтажного здания площадью более 2000 квадратных метров с бассейном приступили весной этого года. Сейчас готовность объекта составляет 70,8%. За свое время не был замечательный садик. Он был для 80-90 года таким суперсовременным. Все течет, все изменяется. Понятно, что есть и физический износ. В этом и задача. Максимально короткие сроки, сжатые, здесь этот ремонт произвести. Вот мы проговорили с подрядчиком. Здесь по плану где-то середина октября завершение работ. Но мы проговорили, все работы должны быть завершены к 1 сентября. На объекте трудится 54 человека. Выполняют отделочные работы внутри помещения, расширяют дверные проемы, прокладывают слаботочку. Готовятся к установке отмостки и цоколя. Работы идут с опережением графика. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ.